عشق مزار ده دل آزار ده ار بازار ده ارزان مناموز ایتل میز خار الده ده مکار تکرار و تکرار سرسان مناموز قلب مزلرگه ساخت سوزلرگه ناموزسیزلرگه یالغان مناموز تشلب کتلگن قدر توکلگن Bugün keçilgen iman mı namus, erzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Güzel. Что? Ты ходишь? Güzel, как ты? Скажи что-нибудь. Воды. А? Что? Воды? Сейчас. Сейчас. Идем, Güzel. Спустимся на кухню. Идем. Осторожно. Будь осторожна. Вот так. Не торопись. Идем. Вот так. Садись. Хорошо. Güzel, я не верю своим глазам. Ты потихоньку поправляешься. Сейчас вместе позавтракаем, хорошо? Да, мама. Что такое? Что такое? Ты что, шутишь со мной, да? Мама, не начинайте с утра, пожалуйста. Перестань. Сегодня же прими свое решение. Вы о чем, мама? Поедешь за границу... Вы и вправду хотите от меня избавиться, мама? Да. Хочу избавиться. Мама, вы перебарщиваете. Что? Так это я здесь перебарщиваю, да? Помолчи немного. Я сказала, скорее выбирай. Что выбирать? Поедешь за границу или же выйдешь замуж? Что это значит, мама? Я даю тебе возможность. Выбирай один из них. Вы не даете мне возможность. Вы решаете мою жизнь. Да, именно так. Раз сама тебя родила, сама воспитала, и жизнь твою я сама решу. Мама? Перестань. Выбери одну из них. Или ты выходишь замуж, или убираешься отсюда. Вы меня прогоняете? Да, прогоняю. Понимай, как хочешь это. Я никуда не уеду. Зря стараетесь. Ладно, прекрасно тогда. Тогда я все расскажу твоему отцу, все твои проделки. Теперь
Подумай хорошенько. Выбор за тобой. Вот. Вот. Держи, пей потихоньку, горячий. Приятного аппетита. Спасибо. Я смотрю, она приходит в себя. Да. Утром мне было немного неудобно. Почему? На самом деле, ты виновата во всем. Она пришла к нам, когда мы спали утром. Да. Тебе не было страшно, Гузаль? Она попросила воды. Да, кстати, она сама пришла. Да. Стояла над нами. Наверное, она играет роль. Не понял. Она просто играет роль. На самом деле она здорова. Не понял. Что ты хочешь этим сказать? Ну что это за болезнь? Когда хочет, ходит, а когда нет. Если хочет, говорит. А если не хочет, молчит. А мы тут переживаем за нее все. Ошибаешься. Не говори таких нелепых слов. Я говорю, как есть. На самом деле, ты давно уже все это понял. Это психическая болезнь. В таком состоянии может произойти многое. Нет, я не верю во все это. Выпейте воды. Вот так. Что случилось-то? Я не знаю, мам. Я проснулся, когда она кричала. Вы, надеюсь, резко не двигались? Нет. Внезапно начала болеть. А сейчас вам лучше? Да, мне уже лучше, мамочка. Кажется, я немного перенервничала. Почему вы нервничали? Что случилось? Скажи мне. Да что мне сказать, мам? Я проснулся, она кричала. Вы что, до сих пор ссоритесь? Мамочка, все в порядке. Послушай меня. Твоя жена не то что нервничать. Даже настроение у нее не должно портиться. Это же влияет на ребенка, сынок. Если хочешь здорового ребенка, ты должен делать все, что она попросит, сыночек. Ты понял? Хорошо. Мамочка. Моя доченька. Ты посмотрел за 10-м столом? Да, присмотрел. Тогда иди и скажи поварам. Пусть нальют одну косушку супа. И отнеси галибаки. Слушаюсь. Не нужно, я сам здесь поем. Галибаки. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Вас выпустили? Все хорошо? В порядке. Почему вы пришли сюда? Разве это не мое заведение? Ваше. Ну вот и все. Я хочу сказать, вам уже лучше? Да, можно и так сказать. Мне сейчас намного лучше. Я обижена на вас. Это почему? Вы вдруг так пропали? Не было страшно. Недавно звонил Яшинакя. И? Рассказал, что случилось. Я поверить не могла. Было страшно. Думала, что у вас рана очень серьезная. Ты сильно паникуешь. Видишь же, я в порядке. Ты сама как? Да, все нормально. Как дела, работа? Да, все в порядке. Вы выйдете на работу? Нет, не сейчас. Просто пришел проведать вас. Понятно. Тогда идем, посидим.
Да нет, подожди. Приготовь один стул где-то в углу. У меня есть встреча. Хорошо. По работе или семейная? Или же романтическая встреча? Да без разницы, хоть какая, но главное красивый стол. Ну ладно, хорошо. Я приготовлю. Хорошо. Ладно. Алло. Алло, Сана, как ты? Ассалам алейкум. Валейкум ассалам. Не побеспокоил? Нет. Ты где? Я только хотела ехать на работу. Ты можешь пойти на работу немного позже? Почему? Все нормально? Да-да, все хорошо. Я хотел пригласить тебя покушать. Поесть? С утра? Да вы что? Не с утра. Может, к обеду. Короче, нам нужно поговорить. Хотите сказать, это не свидание? Нет, свидание. Ну, и свиданием нельзя назвать. Короче, нам нужно поговорить, если есть возможность. Да, хорошо. Отправьте адрес. Хорошо, я скину. Хорошо. Ладно. Батыраке, не спешите. А? Я чуть ли не забыла. Вот, возьмите, отдадите это Алишираке. А что это? Это травы. Вы просто отдайте все. Я позвоню Гульнаре и объясню ей, что нужно делать, хорошо? Зачем это нужно? Это очень полезно для беременных. Наш ребенок будет здоров. Дельноза, ты снова начала? Нет, это вы начинаете. Разве так трудно это отнести? Трудно, трудно. Трудно сказать, отнеси и завари это своей жене. Очень полезно. Не понимаю, что в этом плохого? На деле это я, дурак, что пытаюсь тебе объяснить. На, подержи это. Я говорю, возьми. Если бы работал мозг, разве ты бы так сделала? Хорошего дня. Да, сестра, все хорошо? Да, хорошо. И тебя я измучила. Зачем вы так говорите? Ты из-за меня каждый день за рулем. Да ничего страшного, сестра. Ведь папа же настоял. Отвозить вас на работу, привозить обратно. И ваша безопасность на моих плечах. Ого. Ты говоришь, как телохранитель. Да, а что, разве не похож? Похож. Но в этом нет необходимости. Честно скажите, сестра, вы же хотите мне что-то сказать, да? Я хочу переехать в свой дом. Почему? Я же говорю, это очень далеко для меня. А еще я каждый день тебя дергаю. Да хватит, сестра, я же сказал, что все в порядке. Или вы хотите мной оправдаться и попросить у папы поехать к себе домой? Ну, хорошо. Нашел мне оправдание. А то не могла понять, какое оправдание придумать. Да бросьте, сестра. Мы же отлично живем. Вы одна дома будете скучать. Там мой дом. Я должна быть там. Я не хочу хозяйничать над вами, но папа точно не разрешит. Как бы то ни было, я должна уговорить его. Простите, сестра. Я не могу вам помочь с этим. Вы ведь знаете, я даже в глаза папе смотреть не могу. Да, знаю. Кстати, а вы общаетесь с Алишираке? Что это значит? Мы давно разорвали помолвку. Знаю, но почему-то не могу поверить, что вы расстались. Вы очень подходили друг к другу. Судьба у меня такая. Что поделаешь? Простите, сестра, я не хотел портить ваше настроение. Все в порядке. Поехали? Да, поехали. А, что ты так смотришь? Все в порядке. В порядке, в порядке. Я что, не могу одеваться как человек? Одеваясь как человек, вы разве станете человеком? Хм.
Не утруждайся. Сегодня ты не испортишь мне настроение. Мне-то какое дело до вашего настроения, клоун? Послушай, хватит уже язвить. Лучше пожелай мне удачи. Зачем? Чтобы вы снова кому-то жизнь испортили? Нет. В этот раз я ухожу совсем с другой целью. Сегодня я должен осчастливить двух людей. Да неужели? И кто же эти счастливые люди? А один из них я сам. А второй — твоя сестренка Мархабо. Да, сегодня у нас свадьба. Если хочешь, приходи. Будешь нашим уважаемым гостем. Ведь ты не чужая ни для жениха, ни для невесты. Буду ждать. Невестка, дела можно попозже сделать. Садитесь, отдохните. Я в порядке, мамочка, не переживайте. Садитесь. Хорошо. Дела когда заканчивались? Налью вам чаю. Нет, дайте, мамочка, я сама налью. Вы не пили чай с моей руки. Мамочка, ну и шутки ваши. Вот. Пожалуйста. Спасибо, мамочка. Ну что такое? Рассказывайте. А что рассказать, мамочка? Хорошие отношения у вас с мужем. Да, неплохо. Скажите мне честно, не скрывайте от меня. Он, кажется, еще не особо привык ко мне. Почему это не привык? Ведь в городе вы тоже вместе жили. Не знаю. Когда я сегодня проснулась, Алишер Аке лежал на полу. Правда? Мне стало очень обидно за себя. Может, спустился вниз, чтобы поберечь вас? Не думайте сразу о плохом, доченька, хорошо? Кстати, вы в ту ночь мне что-то говорили, я не поняла вас. Вы о чем, мамочка? Когда мы с вами общались по телефону в ту ночь, вы сказали, что кто-то попросил ребенка у Алишера Ке. А, нет. Кто о чем просил, не понимаю. Как можно просить ребенка другого человека? Нет, как они посмели? Я не знаю, мамочка. Я не помню, что я так говорила. Может быть, вы неправильно поняли? Я тоже удивлена. С того дня я всю ночь не сплю. Думаю, не могу понять. Нет, мамочка, это ж даже представить страшно. Невозможно. Правильно. Заходите. Можно? Ассалам алейкум. Валейкум ассалам. Джанона, все хорошо? Садись. Хорошо, хотела с вами поговорить. Да-да, я слушаю. Что такое? Вы, наверное, сами знаете, о чем я хочу говорить. С Гузаль все хорошо? Да, неплохо.
Но меня тревожит то, что она поправляется. Не понял. Почему? Потому что, если Гузаль придет в себя, она не захочет ни минуты быть рядом с Фархадом. Она постарается сразу убежать, как появится возможность. А это точно не приведет к хорошему. Она ведь не знает хорошо ту местность. Так еще она то приходит в себя, то нет. Ничего не понятно. Да, ты права. Нужно быть осторожным. А что говорит Фархад? Он же хотел забрать Гузаль за границу. Он до сих пор хочет. Но это намного опаснее. Если сейчас Гузаль потеряется, поедет либо домой, либо в место, которое знает. А если она потеряется за границей, кто ее будет искать? По мне, это очень глупо. Не знаю. Гузаль его жена. Я, по идее, не должен вмешиваться в эти дела. Это правда, но вы ведь до сих пор ее любите. Ее нужно спасти из рук Фархада. Алишераке, Гузаль приходит в себя только из-за вас. Если она снова потеряет вас, она так и останется сумасшедшей. Все дело в этом. Я не могу быть с ней всю жизнь. Почему? Неужели вы не будете бороться за нее? Джанона, она жена другого. Постой, постой. Почему ты отказалась от Фархада и перешла в мою сторону? Вы ошибаетесь. Я здесь, потому что не смогла отказаться от Фархада. Я люблю Фархада. А Гузаль вас. Честно, я тебя не понимаю. А ты что сейчас хочешь? Чтобы вы разлучили Гузаль с Фархадом и женились на ней. Что? Неужели вас не интересует судьба Гузаль? Неужели, если она будет сходить с ума, так как любит вас, вы будете жить своей спокойной жизнью? Если бы из-за меня кто-то дошел до такого состояния, я бы никогда не отпустила бы его. Стол готов. Ну как, вам нравится? Да, пойдет. Смотрю, вы усердно готовитесь. Кажется, у вас встреча с очень важным человеком. Да, можно и так сказать. Я несколько раз обидел ее, поэтому мне немного неудобно перед ней, понимаешь? Это Гульнара? Нет-нет, не Гульнара, другая. Вы хотите попросить ее руки? Ну, можно и так сказать. Наверное, она скоро придет. Ладно, иди, иди. Спасибо. Хорошо. Может, не надо? Что это значит, милая? Надеюсь, вы не позвали мою сестру? Позвал. Но она, походу, не захотела прийти. Что вы делаете? Я женюсь на своей любимой женщине. Сестра. Если ты выйдешь замуж за этого идиота, я придушу тебя собственными руками. А я думал, ты пришла пожелать нам счастья, но ты угрожаешь. Вы вообще молчите. Я разговариваю со своей сестренкой. Эта женщина теперь моя жена.
теперь я ответственен за каждое слово, адресованное ей. Хватит на нее смотреть так. Ты ведь пугаешь невесту. Идем, милая. О, можно войти, товарищ начальник? Ассаламу алейкум, папа. Садись, не вставай, садись. Валикум ассалам. Садись на место. Ну, как ты, доченька? Спасибо, хорошо. Что вы здесь делаете? А что? Теперь я не могу приходить в клинику, раз начальником стала ты? Да нет же, это не так. Вам же было плохо, поэтому и спросила. Ну, хорошо. Сейчас мне намного лучше. Как вообще идут дела? Хорошо, неплохо. Послушай меня. Надеюсь, ты снова никого не уволила? Надеюсь, что все врачи на месте? Нет, никого не уволила. Пока нет причин для этого. Надеюсь, такая причина и не появится, доченька. А то эта клиника останется без врачей. Нет, папа, я не такая жестокая. Я не говорю, что ты жестокая, но сейчас очень трудно найти хороших врачей. Поэтому, доченька, ты должна больше думать не о том, чтобы уволить их, а о том, как дольше их удержать. Хорошо, не переживайте, я совсем справлюсь. Да, доченька, и я тоже пришел не с пустыми руками. Я привел тебе нового бухгалтера. Зачем, папа? У нас есть бухгалтер. Нет. Теперь мы уволим старого бухгалтера. Что? Вы только что сами о чем говорили, папочка? Доченька, мы должны поменять бухгалтера. Старый бухгалтер совершил много ошибок. Человек, которого я советую, еще молод. Есть опыт и мозги на месте. Тебе он еще много поможет. Вот как? Тогда хорошо. Будет так, как вы скажете. Так он и сам здесь. Я привел его с собой. Отлично. Нодарбек. Его зовут Нодар? Да. И имя ему очень даже подходит. Нодарбек. Хорошо. Заходите. Ассалам алейкум. Идемте, проходите. Можно? Проходите, садитесь. Сейчас. Алло. Ассалам алейкум, мамочка. Фархот, где ты? А что случилось? У вас нет настроения? Беда случилась. Вот что случилось. Мама, что случилось? Вы в порядке? Говорите же. Не в порядке. Все плохо. Твой отец? Мама. Не пугайте же, пожалуйста, что вообще случилось? Твой отец. Снова это твой отец. Что случилось? Он снова вас обидел? Что снова сделал этот мерзавец, мама? Этот идиот с твоей тетей. Что? Опять привел тетю домой? Что случилось, мамочка? Не молчите же. Твой отец женится на твоей тете. Мама, вы сейчас шутите, да? Я не в том состоянии, чтобы шутить над этим. Я не знаю, что мне делать. Не знаю, кому поплакаться. Где вы сейчас? Я не хочу жить. Пожалуйста, мама, не говорите так. Я столько терпела. Но этот стыд уже
слишком лишний. Мама, успокойтесь. В самый нужный момент, и тебя нет рядом. Мама! Ты понимаешь? Я вообще хоть кому-то нужна или нет? Мама! Зачем я живу? Не говорите так. Вы мне нужны. Пожалуйста, не пугайте меня. Нет. Тебе нужна только твоя жена. Мама. Если бы я была нужна тебе, ты бы уже сейчас же был рядом. Приеду. Сейчас же приеду. Да что с того, что приедешь? Снова вернешься обратно к своей женушке. Я тебе не нужна, сынок, не нужна. Мама, пожалуйста, не говорите так. Где вы сейчас? Куда вы едете? Я всю жизнь жила в страхе. Мне было страшно, что ты станешь таким же, как отец. Будешь без чести, без гордости, но все равно ты стал таким же, как он. Ты вылитый. Свой отец. Такой же, как мама, он. Мама, где вы сейчас? Скажите же. Черт возьми. Гузаль? Этого парня зовут Надыр. На деле он с тобой знаком. Наверное, вам будет легко вместе работать. Я не поняла, папа. Вы приняли на работу этого человека? Доченька, мне понравился этот парень. Вот и тебя я предупредил. Или у тебя есть возражение? Я не знаю этого человека. Так мы ведь еще не знаем, где и как он работал до этого. Он показал мне свою работу. Не переживай, все на отличном уровне. Ну ладно, мы все равно должны его проверить. У тебя есть время для этого. Вы сейчас начнете работать, а потом уже твоя работа проверять его или же месяц испытательного срока дать, сама знаешь. Хилолохон, не переживайте. Я сегодня же выполню задание, которое вы вручите и принесу вам. Если не смогу, я тихо уйду из этой клиники. У меня есть некоторые дела. Ладно, доченька, ты сейчас спокойно иди и займись своими делами. Я сам ознакомлюсь с клиникой Надырбека. Что скажешь? Ладно, ладно, папа. Хорошо. Хорошо. Ты не бойся его волос, он отличный парень. И как? Тебе здесь нравится? Очень уютное место. Да, спасибо. Это ваш ресторан? Да, пока я занят этим рестораном. Вы не назвали это свиданием. Зачем позвали? Да... Короче, у меня к тебе важный разговор. Я слушаю. Знаешь, если честно, я даже не знаю, как тебе все объяснить. Начните все сначала, я пойму. Наверное, ты сама заметила, что уже давно у нас с Алишером есть некоторые разногласия. Да, поэтому вы сказали ему, что женитесь на мне. Точнее, вы соврали. Да, но я не хотел врать тебе. Я смотрю, вы хотите продолжить свою игру, так? Да, можно и так сказать. А почему вы так не уверены? Короче, называть это игрой неправильно, поэтому... Почему это? Вы ведь все равно не женитесь на мне.
Правильно, но и тобой играться я не хочу. Короче, я просто хотел, чтобы ты помогла мне. Если... Я согласна. А? Вы помогли мне избавиться от Тимура. Почему это я не должна вам помогать? Если честно, я не думал, что ты так быстро согласишься. Но вы ведь позвали меня сюда с надеждой. Нет, я позвал тебя не только ради этого. Если честно, хотел угостить. Если сказать еще точнее, то я хотел увидеть тебя. Нет-нет, не пойми неправильно. Я просто, ну, короче, тебя... Хорошо, я так не поняла. Хилола? Я как раз шел к тебе. Зачем вам идти в мою комнату? Я должен поговорить с тобой до того, как пройду проверку твоего отца. Поэтому... Нам не о чем с вами говорить. Уходите отсюда. Ты слишком наглеешь, знаешь? Послушайте, откуда вы вообще появились? Я пришел благодаря твоему отцу. Я ему понравился. Да. Если мой папа узнает, кто вы такой, он ни на шаг не подпустит вас к клинике. Правильно. Мы не все такие, как кажемся. Меня-то на работу приняли. Но что он с тобой сделает? Я просто лишусь хорошей работы. Но ты хоть представляешь, чего лишишься ты? Кто дома? Невестка? Сейчас. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Вы... Я Дильноза. Жена друга вашего сына. Я вас узнала. Вы жена друга моего сына. И что вы здесь делаете? Я это самое... Пришла навестить Гульнару. Все хорошо? Да. Я принесла ей травы, которые полезны для ребенка. Какие еще травы? Обычные. Мы подружились с вашей невесткой. Понятно. А Гульнара дома? Я могу ее увидеть? Ну, заходите. Мамочка? Доченька, я не побеспокоила. Нет, мамочка. Пришел гость, чтобы навестить вас. Заходите, дочка. Гость? Я пришла. Ой, как вы? Ваша подруга соскучилась по вам. Как у вас дела? Хорошо, садитесь. Хорошо, спасибо. Что вы здесь делаете? Это самое, я пришла навестить вас. Как у него дела? Ой. Зачем вы так трогаете? Вы так нас спалите всем. Кому? Свекру и свекрови? Что? Они еще не знают? Нет, конечно. А если они не согласятся? Говорите потише. А это что? Не видите, что ли? Детские игрушки. Вижу, но что они здесь делают? Надеюсь, вы не передумали, а? Передумала. Что? Что это значит? Это значит, что я не отдам своего ребенка вам. Что значит не отдам? Почему этого не отдадите? Не кричите же, они услышат. Пусть услышат. Почему вы говорите, что не отдадите ребенка? Я вам сказала, перестаньте орать.
Этот ребенок еще не ваш. Если я захочу, я вам никогда его не отдам. Вам понятно? Это самое... Знаете, Гульнарахон, успокойтесь. Почему вы злитесь? Сегодня я принесла вам вот это. Что это? Это травы. Они очень полезны для беременности. Так еще и во время родов они очень сильно могут вам помочь. А, спасибо, но не нужно. Нет-нет-нет, возьмите. Я специально для вас их принесла. Что ты сделала? Поговорила? Папа, зачем мне сейчас нужно менять бухгалтера? Если бы не было нужно, я бы его привел, доченька. Ты делай, как прошу. Еще он похож на очень умелого парня. Папа, это ведь не банк. Расчеты клиники не такие трудные. Пойми, все равно у каждой работы своя ответственность. Наш бухгалтер был неплохим. Еще и опытный. А этот ваш еще молодой. Я хочу сказать, в сравнении с нашим бухгалтером, папа. Пойми правильно, доченька. Наш бухгалтер уже стар. С ним ты долго не протянешь. Тебе нужен такой же молодой и энергичный сотрудник рядом. Ты прими этого парня на работу. Вот увидишь, он тебе со многим поможет. Так еще и закон он хорошо знает. Договорились? Ассаламу алейкум, мама. Как вы? Ва алейкум ассалам. Как у вас дела? Ты сумасшедшую женушку привел сюда? Я не мог оставить ее одну. Где папа? Не знаю. И знать не хочу. Может, он у тети, да? Я же говорю тебе, что не знаю. Мамочка, вы присмотрите за Гузаль, и я пойду и поговорю с папой. Мамочка, пожалуйста, я быстро вернусь. А пусть она останется с вами. Хорошо. Но зачем тебе идти к отцу? У меня есть разговор к нему. Что ты скажешь? Что ты вообще хочешь сделать? Мама, вы не переживайте. Я быстро пойду и быстро вернусь. Об остальном поговорим потом. Гузаль, ты побудь тут вместе с мамой. Я потом приеду, заберу тебя, хорошо? Ну, ладно, мама. Ты до сих пор не поправилась? Или ты дурачишь моего сына? Мерзавка. Сумасшедшая. Не двигайся, стой здесь. Поняла? Arzon mu namus,
Sersan mı namus, namussuzlarga Yalğan mı namus, Taşlap ketirgeni, Kadri tokirgeni